Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о японских часах Casio Edifice, модель EFB-302JL-7A. Корпус часов сделан из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной кожи темно-коричневого цвета. Застежка металлическая, классическая. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат белого цвета, защищен сапфировым стеклом. Его гораздо сложнее поцарапать, чем минеральное, а также оно ярче играет на солнце. На стрелке и риске нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Кроме основного циферблата, также есть циферблат, отображающий работу секундной стрелки, циферблат мирового времени и циферблат будильника, а также окошко, отображающее дату. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи SR927. Класс водозащиты 10 атмосфер. С часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты часов: длина тушка до ушка 50,5 мм, ширина 43,5 мм, толщина корпуса 12 мм, вес 93 грамма. Теперь коротко о настройках. Вокруг основного циферблата расположены коды городов. Длинная секундная стрелка, большая, указывает нам определенный код города, и верхний циферблат отображает нам время непосредственно этого города. Как это настроить? Мы отводим коронку на два щелчка в сторону от корпуса, получаем доступ к минутной стрелке. Здесь мы можем установить основное наше время, а также к стрелкам будильника и мирового времени. Для этого мы удерживаем, для переключения между ними, мы удерживаем верхнюю кнопку. Так мы управляем секундной стрелкой, которая указывает на код города. Выбираем наш город, к примеру, пускай будет Париж. Далее удерживаем несколько секунд. Переключились мы на мировое время, на управление стрелками мирового времени. Устанавливаем здесь время основного города. Важно, чтобы оно совпадало с временем основным. Пускай будет, допустим, 9:12. Если еще раз удержим верхнюю кнопку, то мы перейдем в настройки будильника. Здесь объяснять не нужно. Также правой кнопкой вы настраиваете время вашего будильника. Теперь установим большие стрелки в соответствии с малыми. Чтобы установить дату, нужно вернуться на один щелчок назад, ближе к корпусу, и поворачивать коронку по часовой стрелке. Будильник звучит следующим образом. Все, мы все настроили, возвращаем коронку на место обязательно, чтобы обеспечить, во-первых, герметичность механизма, и, во-вторых, чтобы часы пошли. И теперь у нас время соответствует времени в Париже, а стрелки мирового времени отображают нам время относительно основного времени, в зависимости от того, какой город мы выберем. Собственно, и все о настройках. В комплект с часами идет инструкция на русском языке, также инструкция на нескольких других языках, гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку Edifice. На этом все. Спасибо за внимание.